Всем привет, с вами сервисный центр GSM Moscow, и сейчас мы покажем, как заменить аккумуляторную батарею на гироскутере. Поехали. С помощью шуруповерта откручиваем винты. После того, как все винты откручены, в принципе, аккуратно снимаем задние панели. Отсоединяем провода. Аккумуляторная батарея также держится на четырех винтах и защитной планке. Отсоединяем аккумуляторную батарею. Берем новую аккумуляторную батарею и устанавливаем ее на посадочное место. Подключаем. Устанавливаем защитную планку. Затем подключаем обратно провода. Вот мы и показали вам, как заменить аккумуляторную батарею на гироскутере.